200-му авиационному полку 10 января исполнилось 75 лет. 26-й гвардейский Брестский полк получил название в 44-м за освобождение в операциях Бреста. В Бобруйске он появился уже после окончания Великой Отечественной в начале 1946-го. После был перебазирован из Польши на аэродром Бобруйска. В тот момент здесь базировалось два полка. Когда в 93-м году части полка уходили отсюда, они оставили памятный знак. Хвост самолета Ту-16, и там есть памятный камень, на котором написано: «Прости нас, белорусская земля, не мы тебя с Россией разделили, мы как Россию берегли тебя, и как Россию мы тебя любили». Их перевели в Иркутскую область на авиабазу «Белая». В годы войны полк был в составе 22-й гвардейской дивизии. Туда входили Бобруйск, Мачулище и Барановичи. Эти полки внесли огромный вклад в разгром фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. И сами понимаете, по тем наградам и по количеству героев Советского Союза, их 52 человека. И есть дважды героя Советского Союза. Вообще в дальней авиации было 6 дважды героев. Вот 3 в нашей дивизии были. «Самая красивая работа связана с желанием летать», считал герой Советского Союза Георгий Чернопятов, заместитель командира 26-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка в боях Великой Отечественной, участвовал с июня 41-го. Огромное значение придавал подготовке летно-подъемного состава. Был одним из лучших летчиков-инструкторов, подготовил более 40 молодых пилотов. На его счету 293 ночных боевых вылета. Всю войну Георгий Чернопятов пролетал под выстрелами, а погиб 9 мая 1945 года нелепо и трагично от шальной пули. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.